Создание школы противодействия диабету – идея, которая уже давно находилась в разработке брестских специалистов, врачей детской поликлиники номер один. Последние показатели заболеваемости не оставили другого выбора, как всеми возможными способами попытаться помочь детям, столкнувшимся с проблемой. Объединить усилия родителей, а главное – убедить и тех, и других в том, что сахарный диабет – не болезнь, а образ жизни. Целью является обучить родителей, то есть контролировать эту болезнь, измерять уровень глюкозы вовремя, как правильно вводить инсулины, как правильно считать хлебные единицы, потому что это очень важно для ребенка. Ребенок, который болен сахарным диабетом, он такой же, как и все. Ему можно все то же, что можно обычным детям. Просто как-то в старые времена сложилось вот такое впечатление, что этот ребенок болен, ему нельзя заниматься спортом, ему нельзя посещать пиццерии, вот как есть дети. Наша цель – сказать, что ваш ребенок такой же, ему возможно делать все, но просто ему необходим дополнительный контроль. Подобные школы уже функционируют в нескольких учреждениях здравоохранения нашего города. Отличились в том, что они рассчитаны на людей всех возрастов. Задумкой специалистов поликлиники номер один было уделить особое внимание детям, как отдельной группе, ведь подход к ним необходим индивидуальный. На первом уроке ребята, пришедшие вместе со своими родителями, познакомились с врачами, рассказали о себе и своих предпочтениях в еде, просмотрели обучающий фильм, после чего попытались порассуждать на волнующую тему. Когда ко мне пришла девочка, которая полгода назад заболела сахарным диабетом, сказала: «Ну почему я одна такая в Бресте?» То есть просто вот появилась какая-то цель показать этому ребенку, что ты не одна, познакомить их с другими детьми. И даже бывает у нас такое, что эти дети потом объединяются, дружат, где-то вместе ездят в лагеря и даже создают семьи. В планах специалистов работа с детьми разного возраста, причем каждое из обучающих занятий будет сопровождаться развлекательными играми. Это, по мнению врачей, поможет сделать процесс адаптации увлекательным. В ходе уроков доктора научат контролировать свое самочувствие, правильно питаться и корректировать иммунотерапию. В нашей поликлинике мы планируем развивать это в дальнейшем, обучать этих детей, собирать их, может, на какие-то другие мероприятия, праздники и как бы объединять родителей и детей с данной проблемой. В Брестской городской детской поликлинике на сегодняшний день на учете стоит 33 ребенка, больных с сахарным диабетом. Родители этих детей всерьез заинтересованы в том, чтобы помочь им как можно легче пережить трудности, связанные с адаптацией. Участие врачей в этом деле – огромная поддержка, а потому эффект от занятий школы противодействия диабету не заставит себя долго ждать.